Привет, мы на канале Непоседы. Сегодня я буду собирать конструктор Hello Kitty. Там все крутится еще. Давай, открывай. Молодец. Все, что ли? Нет, конечно же. Наклейки, конечно же. Вот они. Так, а вот и самое интересное. Всякие крутилочки. Всякие обезьянки. Когда я покажу, что это у нас вообще за конструкты. Здесь похожие инструкции нет. Тут вот все в таких моторчиках, которые все будут крутиться. И мы сейчас попробуем собрать что-нибудь. А тут есть варианты разные. Ангелина, что ты будешь собирать? Я, наверное, соберу, вот это. Сейчас приступим. Вот так, чтобы не было. А тебе понятно, как собирать? Сейчас пол соберу. Так, как это все делать, непонятно, конечно же. Непонятно? Ага. Ну понятно там, как все это делать. Нет. Непонятно. Вот как это склад, тоже понятно, конечно. А как размеров, какую часть надо собрать, непонятно вот. Главное, что все это ставит. Напридумывали люди. Ну да, такой конструктор интересный. Мы его купили в Сочи парке. Вот, а до этого мы нигде такой конструктор не видели. Пока успехи не очень. Как это еще собирать, люди? Собирают. Без инструкции. Да нет, там не дать инструкции. Что я придумала? Вот, да, вот такую штуку мы уже собрали, лестницу. Вот такая у нас получилась. Да, Ангелин? Сложное задание? Ну да, ну еще так, еще легкое. Сложность вот в этих вот, все вот эти пазы, чтобы они совпадали, попадало друг в другу, и чтобы было ровненько все, аккуратно. Сейчас нам осталось сделать платформу, и будем прикручивать... Карусели. Да, карусели. Это же от качельки. Угу. Сиденье. Ой, Мишка здесь есть. Мишка даже? Да. Ой, смотрите, катать кого. Я. Опять Мишка. Сколько у нас будет кататься? Еще один Мишка. Ну а сколько Миша? Еще Мишка. Ладно, давай разбираться с этими колесиками. Еще. Так, ну а теперь у нас остались другие солнышки, да, пределы? Да, это уже, наверное, на стенах надо. Да, это нужно на стене, чтобы вот это солнышко крутило вот эту. Это большая должна быть? Любую. Наверное, маленькая такая.
Вот так, чтобы это было. Потом вот так, так, чтобы везде они были. Давай, делай. Или тебе помочь. Так, вот эту? Да. Вот эту штучку берешь, вставляешь. Вот сюда. Сюда вот? Нет, немножко. Нет, другую сторону. Вот этими штучками вот сюда. Ага. Может, маленькая? Маленькая не достанешь, чтобы другие крутить. Наклейки наклеим, потом их рассадим, чтобы они у нас потом не падали, когда мы будем клеить. Вон наклейки вот сюда. Давай вот покажем ребятишку. Он будет первый на очереди, а он уже сзади. Вот такие вот Hello Kitty у нас наклейки. Нужно наклеить их на вот эти вот наши колесики. Так, наверное, сначала с батареи. Вот эту вот на батарею мы клеим прямоугольные. Наклейку. Угу. Да ладно. Там есть. Сейчас будет красота. А то все сливается, все розовое. Можно здесь сами колесики клеить, как тебе это хочется. У нас вот это. Угу. Осталось только рассадить ребят. Давай, рассадим. Кто занимал? Вот этот занимал. Я помню. Давай, посади его уже. Качаться. Там у них сейчас нету дырки. И здесь же дырочка. Значит, его сюда. У него же и дырочка, он должен в определенном месте сидеть. Как интересно. Это, наверное, чтобы они не вылетали, когда он будет крутиться. Карусель. Нет, это для обезьянок. А его куда? Его сюда не пускают. А они все, что ли, с такими? А, вот. Это его размерчик. Вот. Нет. О, нет. О, во. Все, сидит. То второй. Вот он. Я возьму. Кто-то на нижней будет сидеть, кто-то на верхней, да? Будешь у нас супер качаться. Нет, а этот с обезьянкой будет качаться. Ой! Снежка. Это низкая. Так, Мишка сейчас пойдет. Мишки. Thank you.
Ну давай, раз, два, три. Звёздочка горит. О, как весело это стало. Музыки не хватает. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Нет, там не батарея, там это, зацепились они. Колесики сами. В общем, нам нужно немножко тут подкорректировать, они цепляются. Вот так, это весело. Все катаются, поют. Все. Ну как, Ангелин, тебе понравился конструктор? Да. Здорово. Веселый, да? Ставь лайк и подписывайся.